Сейчас чебучок докачаем и помчимся. Вот. Перебрались на гриву без каких-либо проблем. У меня здесь не то. Собака колдовая. Чё, балбес, тебе это не интересно? Ладно, будем на связи. Подходил. Оказалось, что белка сидит. Не знаю, видно будет, не видно. Вон. Чика, пойдем. Не надо нам белок. Пойдем. Молодец. Ты всегда думал, что белка грибы запасает, когда натыкали их на веточки. Типа для белки своего червью. Смотрите. Тут прям целая кладовая получается, смотрите. Если честно, сколько хожу по лесу. Вот так вот грибы развешены были. Ну, круто, молодцы. Работают зверьки на заготовку. Ягоды здесь прилично. Какой он контраст. Ягоды со снегом. Здесь вот кучка какая шикарная. Отлично. Не сильно свежие следы. Не навстречу. Стая тетеревов в низине подняли. Куда что-то куры сидят? Сейчас посмотрим. Если под собакой сидит, можно попробовать стрельнуть. Куда все ж где-то прямо рядом. Перелетают, собаку гоняют, в общем, получается. Если под собаки не сядут, шуметь не будем. Перелетает метров по 150-200. Садится, вон собака визжит. Издеваются над собакой паразиты. Thank you.
Ищи. След свежайший. Ищи. Навалякал. Кучу еще по дороге. А, нет. Не свежайший, к сожалению. Наверное. Я мазила, нифига не попал. Подойти, что-то постеснялся. Он тоже, это что-то маленькое. Стёк, всё, ухаришку. Промазал. Разговаривать что-то, ругается. Все, не хочу под собак стрелять, косачей. Но вон еще один сидит на самой макушке. Вон он тоже что-то бормочит. Ага. Меня увидел, что ли? Ругаешься-то? Сиди, не бурмучи. Ой, потерял. Вот он. Бурмуча сидит. Ой, там их два. Вон, три. Ой, тут их сколько. Зашелестили только. Стайка целая, косачина. Хрен с ним. Мы будем время тратить. Вода хоть и болотная, но какая прозрачная. Хват, ухват. Щелочек. Компотик. Где-то тут еще баранки. Чего-то пришли. Вы же баранок хотите, а? Какие хитрые. Какие хитрые. Нельзя. Нельзя. Где? Тик она. Иди жри. Где в лес? Вон где. Ваша. Ну ты нагнул такой. Мясо в шарике побивай. А ты не нашел. Тихо. Тика. Тика. Компотик домашний классный. Все, ребятки, оставим еще один перекусик. Баранок и компотика. Попробуем нам еще.
Это смело. Загнала кого-то на дерево. Так я не понял, кого сейчас пройдем, посмотрим. Прям как ракета, смотрю, летит, нюхает. Жух-жух-жух. Видимо, на глазок. Он сидит. Хвостом. Хвост светило. Белочка. Еще и бегает, зараза такая. Сидит спокойно, собаку не дрезнит. Дура шлезет. Куда? Вся серенькая. Чего ты? Не достать? Не достать, конечно. Высоко сидит. Да? Все, молодец, пошли. Пошли, Чика, пойдем. Умница, пойдем. Пойдем. Ой. Сил компотик добить. До баранки собакам скормил. Собаки ему пластались. Ну что, добрались к машине, все удачно, лодочку свернул, переплыл вообще без проблем, подкачал, вообще четко. Сейчас посмотрим, сколько у нас пробег за сегодня. 78, хват 73, нет, 33. Да, не кисло, прошвырнулись. На связи. По традиции уже приехали приводу проверять на гривке на этой. Собаки после вчерашнего тоже не сильно там остановились. Посмотрим. Проверили фотоловушку. Приваду никого не было. Фотоловушку снял. На этот год заканчиваю с привадами в части кого-то ждать, кого-то караулить. Белку нашла, что ли. Под боком прямо. Будем сейчас готовиться к капканному сезону.